Уважаемый товарищ Борисов, недавно я прочла вашу новую книгу. Книга мне очень понравилась. Я, правда, не сумею выразить языком литераторов, что именно меня в ней заинтересовало, но попробую это сделать. Здравствуйте. У меня в руках письма читателей кубишевскому писателю Николаю Борисову, написанные в 1950-е годы. Например, вот это письмо датировано 17 февраля 1953-го, а его автор Раиса Смирнова даже указала обратный адрес. Куйбышев, улица Новосадовая, серые дома, дом 28, квартира 29. Итак, возвращаемся на более чем полвека назад. Плывет луна над парками, над Волгою рекой, огнями светит яркими. Любимый город мой. Я прочитала вашу книгу, и мне очень понравились волевые комсомольцы-активисты. Правда, их личная жизнь была немножко мало раскрыта. Хотелось бы поподробнее видеть героев труда в их личной жизни. Возможно, я неправильно что-либо понимаю, вы меня извините, но я пишу свои мнения. Очень бы мне хотелось знать, товарищ Борисов, правда ли, что герои, которых вы описываете в вашей книге, и в самом деле живут? Или это только работа вашей фантазии? А какой колхоз вы описываете в вашей книге? Знаете, товарищ Борисов, я очень была обижена на Андрея за Таню. И мне бы очень хотелось, чтобы он не остался безнаказанным, хотя бы со стороны своей совести. И еще у меня к вам один вопрос, товарищ Борисов. Что вы сейчас готовите для нас, комсомольцев? Я вас очень прошу ответить на мое письмо, товарищ Борисов. Я работаю старший пионер-вожатый в средней мужской школе номер 29 города Куйбышева. И очень хочу знать, каким должен быть настоящий комсомолец. Извините, что я своим письмом причиняю вам беспокойство, но ваш ответ для меня очень важен. С уважением к вам, Смирнова. А вот еще одно письмо куйбышевцу Николаю Борисову от школьницы Петровой из Челябинска. Здравствуйте, товарищ Борисов. Пишет вам ученица 9 класса средней женской школы номер 17 города Челябинска Петрова. Сегодня я прочитала вашу новую книгу, и она произвела на меня большое впечатление. Читая ее, я жила вместе с ее героями, радовалась их успехам и огорчалась их неудачам. Особенно меня интересовала судьба правдивой, смелой, самоотверженной и трудолюбивой девушки Антонины. А вот карьеристу Андрею, который стремился найти способ как-нибудь выслужиться и тем самым заслужить доверие и признание со стороны народа, я испытываю отвращение. Я не понимаю, как этот образованный культурный человек мог пойти на такой омерзительный поступок. Желаю вам плодотворной литературной деятельности. Ученица 9 класса Петрова. Это история о том, как новый директор приезжает в совхоз Заволжье, Дмитрий Артемов его зовут, и цель его в том, чтобы этот совхоз поставить на ноги, собственно. Он такой середняцкий, и ему нужно вывести его на новые показатели, которые удовлетворяли бы руководство. И вот он, собственно, этим занимается, ну, попутно устраивает человеческие жизни, в том числе и свою. Он в людях умеет раскрыть, как он это называет, искорку, которая позволяет им отыскивать свои таланты, раскрывать их и вписывать в коллектив, который дальше работает на свое же благо. А еще Артемову вспомнилось, как однажды, когда ни отца, ни матери не было
дома, он тайком убежал на Воложку, отвязал от берега причаленную лодку, сел в нее и поплыл вниз с одним кормовым веслом. Полуденное солнце жарко пекло голову, так что больно было смотреть на блистающую синеву. Он сидел на корме и наблюдал, как мимо него медленно ползла песчаная круча. Сначала плыть было не очень интересно, но когда он выбрался на Волгу, у него прямо дух захватило. Такой огромный простор открывался теперь его глазам. С самой середины реки шел большой белый пароход с синим кольцом вокруг трубы. А от парохода наискосок к берегу бежали волны. Волны сильно подбросили лодку и чуть не перевернули ее. А за одной волной бежала другая, такая же упругая, а за той третья. Тут Артемов вспомнил, как в таких случаях вступал отец, когда они вместе выезжали на рыбную ловлю, и поставил лодку наперерез гребнем. Теперь волны швыряли ее то вверх, то вниз, но утонуть лодка уже не могла. Ну вот и качка кончилась. Артемов обернулся. Пароход был уже далеко, и только дым его еще стлался по воде. Постепенно город скрылся из виду, только колокольня еще долго торчала над береговым Красноталом, но потом не стало видно и ее тоже. Течение легко несло лодку вниз. Тогда Артемов положил на дно кормовик и стал думать, интересно, каков он из себя, этот Царев курган. Наверное, вершины его уходят под самые облака. Не зря же говорили, что он сложен из шапок богатырей. Но мы знаем, что романа не бывает без любви. Там есть любовь-то? Да, любовь там, конечно, есть. Сколько и... Ее довольно много на самом деле, потому что... Пар образовывается довольно много и новых, и разрушаются старые, образуются новые. Вот в частности, причиной разрушения одной из пар становится Артемов, который приезжает и уводит, по сути, жену у своего заместителя Тишина. Тишин оказывается человеком слабовольным, я бы сказала. Он желает жить так, ему живется, никуда не рвется, ни к каким высотам, и жене его этого недостаточно. В какой-то момент из-за вот такой некоторой бесхребетности Тишина умирает их сын, и женщина решает, что ей не место с этим человеком, она от него уходит. В конечном итоге роман заканчивается тем, что Артемов объясняется с ней, объясняется в том, что счастье их будет трудным, и счастье это одинаково для них, поэтому они могут продолжать это строить свой мир вместе, что показательно происходит все напротив памятника Ильичу. А утром Артемов не сразу понял, куда прибила его лодку. Она стояла возле старого сокоря, который во время половодья подмыло и повалило поперек воды. А в нескольких шагах пониже осокаря виднелась другая лодка. В ней сидел старик и ловил рыбу. Рыжая его борода сияла на солнце. Рыба не проявляла интереса к удочкам старика, но он не обращал на это внимания. Курил трубку и то поднимал, то снова опускал в воду сетку на железном обруче. Справа были жигули с гривками сосняка на каменистых ребрах и густым чернолесьем между ними.
Слева расстилалась зеленая пойма, а прямо по центру стояла высокая гора. Она была почти такая же, как и все остальные, но только стояла отдельно. Освещенная солнцем и золотящаяся, она напоминала только что испеченный каравай. Казалось, что кто-то специально поставил ее в самой пойме реки. Вершина горы была совсем голой, и только по бокам росли деревья. «Дедушка, а это что?» – спросил Артемов. Старик сдвинул на лоб шапку и, глянув на гору, сказал: «Это, стало быть, Царев будет». «Курган? Не верь ему», — сказал Артемов. «Курган, он самый». «А где же шапки?» — разочарованно протянул Артемов. «Богатырские шапки, из которых курган сложен». Современный читатель эту литературу читать может, но, конечно, с определенным трудом, который связан в основном с тем, что очень трудно пробиваться через идеологичность текста в первую очередь, потому что даже какие-то домашние разговоры людей так или иначе сводятся к курсам партии, к тому самому светлому будущему, которое, в общем-то, и человеческое стремление, и элемент идеологии, который был неизбежен в это время. И, может быть, вот эта литература хороша для того, чтобы наводить мосты между поколениями, поколением современным и, может быть, даже нашими родителями, которые отчасти кусочек той страны захватили. А мы продолжаем читать письма читателей 50-х куйбышевскому писателю Николаю Борисову. Вот, например, письмо, написанное студенткой Ульяновского педагогического института по имени Валя. А фамилии она не указала. «Здравствуйте, уважаемый товарищ Борисов. Вы извините, что я своим письмом помешаю вам работать. Но очень прошу прочитать его, если можно, ответить мне. Я учусь на втором курсе литературного факультета. Пошла я в институт не просто так, а, как мне кажется, по призванию. Быть педагогом-литератором я мечтала с 5 класса, когда по-настоящему стала сталкиваться с вопросами литературы. Но это еще не цель моей жизни. Мне кажется, что это было бы слишком мало для человека. Я хочу писать и уже пытаюсь это делать. С 6 класса я начала сочинять стихи. И чем больше их пишу, тем больше они мне нравятся, тем больше хочется писать прозой. Быть может, вам это покажется смешным и пустым, но для меня это жизнь. Я готова на все ради этого. И я уверена, что буду писать по-настоящему, широко и правдиво. Вот поэтому у меня к вам очень-очень много вопросов. Чем больше я ищу ответы на них, тем становится их все только больше. Я очень прошу вас написать мне о своих взглядах на литературу, о своей жизни и о работе. Напишите, пожалуйста, как вы создаете свои произведения и что при этом чувствуете. Еще раз извиняюсь за эти, быть может, глупые строки. Извините, я даже не знаю вашего полного имени. Напишите мне его, пожалуйста. С приветом к вам, Валя, 4 декабря 1900. 55-го года. Хожу ли я по улицам, стою ли над рекой, и все тобой любуюсь я, мой Куйбышев родной. С вами был Михаил Перепелкин.